В Алданском районе завершается программа переселения из ветхого и аварийного жилья. До конца года всем, кому полагается на данном этапе, получат соответствующие квадратные метры. На днях очередная новостройка приняла своих новоселов и наших коллег. На карте города Алдана появился новый адрес. Новостройка под номером 19В по улице Дзержинского приняла своих жильцов. Дом возведен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Ключи от двух, трех и однокомнатных квартир получили 59 семей. Сосновая 3, Пролетарская 5, остатки Бертина 101, сюда все переселяется полностью. Действительно праздничное настроение. Оформляем документы, сегодня вручаем распоряжение. Татьяна с мужем получили квартиру после нескольких лет скитаний. Их дом сгорел. Эмоции настолько переполняли девушку, что она не смогла вставить ключ в замочную скважину. Дверь помог открыть Евгений. Они с Татьяной были соседями в старом доме, ними стали и в новом. Квартира Евгения на третьем этаже. Он с женой Анастасией и маленькой Миланой переедут в ближайшем будущем, как только поклеят обои. Мы счастливы, мы рады. Самое лучшее впечатление. Да. Планировка хорошая, светлая квартира, тепло, то, что уже все готово для жизни, в принципе, мы счастливы, да. Поздравляя жильцов с новосельем, глава района Северин Поздняков выразил уверенность, что люди смогут сравнить прежние жилищные условия с новыми. Однако, по мнению новоселов, полученные квартиры не идут ни в какое сравнение со старыми домами. Удобная планировка, современные системы коммуникаций, отсутствие сквозняков, тепло и комфорт – недавно все это казалось несбыточной мечтой. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья, рассчитанная с 2014 по 2017 годы, подходит к завершению. Совсем скоро своих жильцов примет еще одна новостройка, последняя возведенная по данной программе. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.